частном секторе на Садовой на газонах лежит мусор, разлетевшийся по всей улице. Все потому, что есть жители, которые банально не доносят пакеты до контейнеров и бросают их под своими окнами. Ругают их не только коммунальщики, но и соседи, которые стараются ухаживать за своей улицей. Подойдите к моему дому, у меня садик, я сам вечно чищу. А вот люди никто не выйдет, никогда ни с метелкой, ничего, ни улицы не подметут. Они вот идут, вот утром, выходят и прямо вот ворот могут положить. Вот это же стыдно должно быть. Те, кто мусорит у своего крыльца, категорически отказываются заключить договор на вывоз отходов. В результате коммунальщикам приходится за свои деньги здесь все убирать. Эти расходы компенсируют городской бюджет, хотя деньгам, конечно, могли найти и другое, более нужное применение. Чем больше мы сэкономим этих субсидий, тем больше возможность будет выделить дополнительных ресурсов главе города на более нужные вещи. Привлекаем дополнительные ресурсы. Все это складывается, естественно, на себестоимости вывоза одного кубометра. Повышается тариф. Наказывать недобросовестных жильцов будут финансово. Штраф 5000 рублей. Причем вывести мусор стоит совсем недорого – 65 рублей в месяц. А жить в чистоте и вовсе бесценно. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.